Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенпаут, а мы продолжаем играть в Вальхейм. Сегодня я буду играть один, ну, потому что так получилось, это вот наш порт, это мой новый дом, это мой сарайчик. Ну, такой, кстати, у меня классный сарайчик получился, довольно-таки красивый, правда, вот не хватило ресурсов на вторую такую цепь, ну ладно, скоро будет. Пожалуйста, на оценку, надеюсь, ну, прикольно я сделал. Мне вот просто нравится. Я думаю, тебе тоже понравилось. Вот. Короче, я тут плавлю всякий металл. И, собственно, этот сарайчик для печек. Ух, ни хрена себе, как вылетел сразу. Что мы сегодня, собственно, будем делать? Мы сегодня будем проходить массу костей. И я надеюсь, то, что ее пройти получится. Вот что я надеюсь. У меня есть план, в принципе, потому что, смотрите, можно сделать карви. Качественная древесина 30, олень 10, смола 20, гвозди 80. Ё-моё. Так, ну короче, можно сделать карви, попробовать с него пострелять. Поэтому я думаю, то, что сейчас вот... Надо посмотреть на него ресурсы. Скорее всего, сейчас переместимся немножко в другое место, подобываем древесинки. Ну, а пока ресурсы собираем, это все дело скипнем. Ладно, дорогие друзья, удачи мне. Сейчас уже все готово для призыва. В принципе, мы можем туда телепортироваться. Корабль я там уже поставил, сейчас будем призывать, попробуем, если что, вдруг, ну, если все будет плохо, будем отступать на корабле. И все у нас будет супер. Так, перед тем, как призвать, надо похавать. Это прям точно. Так, тут вот семена репы надо не забыть. Вот, короче, наша призывалка. В принципе, можем начинать. Так... Это. Я теперь машина. И у меня сейчас будет дохренища хп. Я сюда должен пожертвовать или иссохшую кость, или просто обломки костей. Я не знаю, что сюда надо жертвовать. Сейчас я знатно наберу хпшечку, и мы можем начинать. Надеюсь, у нас все получится. Если не получится, будет печально. Ну чё, долго я буду отрегениться-то? Подожду, когда отрегенюсь, потому что это очень важный момент. Немножко подождем. Главное, чтобы нас вон тот чел не заметил, а то будет печально. Есть чё, корабль у нас вон в той стороне. Сейчас полная хпшка будет. Мы очень мощный сет еды съели на хпшку. Сейчас, собственно говоря, начнется замес. Честно говоря, не знаю, что из себя представляет этот босс. Вообще не знаю. Ну, надеюсь, то, что не слишком сильный будет, хотя, в принципе... Ну, не знаю, как это объяснить. В принципе, боюсь немножко, но надеюсь, справлюсь. Почти хпшка отрегинилась. Если что, бежим вот сразу туда. С лука будем стрелять. У нас сначала эти стрелы, потом эти. Или давайте вот эти стрелы снарядим. Будут у нас ядовитые. И все. Так, ну чё, жертва? Достаточное подношение. Да ну ты гонишь. 10 костей надо иссохших. Многовато. Ладно, сейчас вернемся. Так, теперь мы точно готовы.
Прям наверняка. Главное, чтобы на этому боссу никто другой не помогал. Так. Сила Иктюра. Пожертвование 8. Беру щит. Беру лук. И убегаю. Ух, ни хрена себе. Ну, знаете, в принципе, пока не так сильно страшно. Хотя это серьезно, серьезно стопаю. Так, свалю-ка я вот сюда. Ну-ка. А где он? А, вон он. Сейчас вот так вот, тактическое отступление. И отсюда будем стрелять, я думаю. Я просто не знаю, как по-другому сделать. Сработает у нас тактическое отступление или нет? Стоп, он пропал. Нет. Не должен же он пропасть. Чё, где он там? Я не знаю, продамажил я хоть как-то или нет. Ладно, давай попробуем теперь вот эти стрелы. Где оно? Блин, да залезь ты. Вот сюда давай, опа. Даже не знаю, что урона вообще нет. Вот здесь встану, может поможет. Этих тварей не надо. Этих тварей даже не думаю активировать. Так, стоять. Как только активируют этих зараз, мы сразу это отступаем. А оно регенится, да, что ли? Такое ощущение, как будто она регенится. Жесть какая-то. Это не регенься. Так, корабль, 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 стой. Ух, ни хрена. Забагал? Или не забагал? Чего? Вообще нет урона. Да ты гонишь. А, вот теперь есть. Даже не думай. Не-не-не-не-не, не думай об этом. Лошара. Как можно было вблизи-то не попасть? Так, опа.
Бляха себе вдолбил. В голову буду пытаться. Пока тактика хорошая, но боюсь, мы очень мало отнимаем хп, прям пипец как мало. Капитально мало просто. И лук сейчас кончится. Так, если посильнее натянуть. Пипец, лук быстро кончился. Я так и знал, что такое случится. Очень быстро кончился лук, это фигово. Не, слушай, что-то так это... Ай-яй-яй. Отходим. Больно очень было. Очень много хп. Да хренище. Такое ощущение, как будто его надо не луком долбить, потому что оно отхиливается. Пипец какой-то. Очень мало хп снимаю. Я же попаную, где мой урон? Ай-яй-яй. Как плохо-то. Отплывай, отплывай. Сейчас, если не разберут пот, это очень плохо будет. Нифига, у них там аванпосты. Так, где у меня там это... Да хорош. Короче, я не знаю, что с Платоном делать. Ему, кажется, сейчас реально жопа будет. Поэтому, скорее всего, мы с него отходим. Беги, 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 беги. Так, верстак убили. Бля. О, ни хрена там. Там, короче, какие-то части тела стрелять, что ли, надо. Так, может, хватит, мужики? Вы себе ничего не представляете, ё-мазань, вот это вот фигня полная, да. Всё, пипец. Кораблю реально пипец. Ладно, чё предпринем, попробуем сейчас напролом. Давай. Ля.
Ай-яй-яй, очень много урона, очень. Да тут я зря сделал. Это очень жесткий замес. Тут в одну рожу очень сложно. Мне надо отступить. Пока могу. Главное, чтоб не пропало. Блин, охренеть, как жестко. Просто охренеть. Главное, чтоб ХП не уходило. Очень жесткий босс, очень. Стрел не напасешься. Ингольная стрела. Давай из игл сделаем. Где там перья? Главное, чтобы босс не пропал. А то если босс пропадет, будет обидно. Так, иглы. Это из комаров у нас получится. Я решил тактически отступить, но я думаю, он еще там бегает. Тут же боссы не пропадают после призыва. Правильно, правильно. И это главный плюс. Так, опа. Так вот делаем. На первый этаж. По-быстрому. Все быстро, быстро и оперативно делаем. У нас там очень жесткий замес. Так. Опа. Ладно, что будет, то будет. Давай я эти применю, попробую этими стрелами. Так, побежал. Бегом, бегом, бегом. Главное, чтобы босс не пропал. Босс не пропал. Тихо, тихо. Но он отхиливается, кстати. Бляха, минус корабль, да? Сколько у вас тут? Где сам босс? Здравствуй. Где у тебя под тридцатки там был? Я вот не помню. В жопу, что ли? Нет, смотри, как кажись на жопу. Очень жестко блокирует урон. Тихо, не надо. Блин, из-за того, что тут наполовину надо плавать, это очень плохо. Ля, сохранялочек. Так, давай вот сюда залезем. Главное, чтоб нас не достали. Ты охренел.
Так, не травите меня больше. Зараза. Я нашел точку, с которой можно попробовать, но меня бесит то, что урон не проходит мой. Прям очень бесит. Так, давай-ка вот до максимума. Максимум тринашка. Ой, господи, как сложно, а. Очень сильно поглощает урон. Очень. Какой-то. Попробую включить запись, когда закончу, если закончу. А урон-то проходит? А, да, проходит. Нифига ты урон наносишь. Ай-яй-яй. Не очень приятно было. А почему так много урона проходит по деревьям? Потому что босс. Ни хрена себе, что происходит. Готово. Маор. Только вот единственное, что... Иди ко мне. Иду. Ай-яй-яй, очень больно. Да, я сдох опять. Портал, короче, ставь. А где твой именно труп, я не вижу. Разницы нет, просто портал. Просто портал поставь. Че, там нормально все, да? Да. Давай ставь портал. Масса кост. Масса с большой буквы. Ну, первая буква большая, а дальше большая К. Масса кост. Масса пробел кост. И тогда будет состыковка. Подставим я. Во. Все, лечу. Что ты быстро разобрал? Я не думал, то, что ты столько урона наносить будешь. Во-первых, мне прокачать надо себе вещи, плюс сами длинные стрелы повышенный урон по ним наносит. Плюс статистика стрельбы влияет на это. Так, вроде снарядился, это выкинул, так. И где там эта штука? Шли, там уже. Власти, иди сюда, подобрал уже ее. Подобрал? Да. А у меня тоже вон что-то лежит. Или... Давай, тебе жду. Или мне кажется. Сейчас я побегаю, поищу. Не, я забрал то, что нужно, все. Все прям забрал?
А что там выпало? Две кости на поиски сокровищ и стан трофей. А, две кости, то есть на нас обоих. Все хорошо, я иду, жди. А эти кости уже в ледяной биом, да? Во-первых, нам нужно добыть теплую одежду, то есть надо убивать нам этих бизонов, грубо говоря. На равнине? Да. Вот сандрофей, смотри. А, во. Душка какая-то. А душка, она для чего нужна? Для поиска сокровищ, честно говоря. Как раз для, для поиска серебра. Так, у меня тут ворон прилетел. Похоже, что одной из многих костей, таившихся в этом груде, была душка. Эта кость содержит мощную магию, которая приведет вас к скрытым в земле вещам. Она может отыскать залежи серебра, а может также привести вас к кладу. Нормально. Так, на этом, думаю, все. Да. Говорю сразу, я уже баф его знаю. Он дает хорошее сопротивление физическому урону. Ты уже проходил, что ли? Не, я просто знаю, мне нельзя говорить. А хочешь получить ты этот баф? Потом, все равно будет. Ну что ж, вот такое получилось видео. Подписывайся на канал, ставь лайк. Надеюсь, тебе очень сильно понравилось. Так уж получилось то, что мне пришел на помощь, слава богу, мой друг. Потому что я думаю, без него бы я точно бы не справился в соло. Ну что ж, всем удачи и всем пока.